осторожно, двери. Следующая остановка – проспект Просвещения. Уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры.
Подолуки направо. Едем до ручьев. Подолуки направо и до пушки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Просвещения. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте других пассажиров. Железнодорожная станция Мурино. Будьте внимательны. Трамвай следует до конечной остановки. Железнодорожная станция Мурино.
конечной остановки железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Вещевой.
Будьте внимательны. Трамвай следует до конечной остановки. Железнодорожная станция Ушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Карпинского. Следующая остановка – проспект Науки, дом 30. Софьи Королевской. Будьте внимательны. Трамвай следует до конечной остановки. Железнодорожная станция Ушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция метро Академическая.
Остановка. Станция метро Академическая. Будьте внимательны. До конечной остановки железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Науки, дом 10. Будьте внимательны. Трамвай следует до конечной остановки. Железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Обручевых. Будьте внимательны. До конечной остановки железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Тихорецкий проспект.
остановка Тихорецкий проспект. Будьте внимательны. Трамвай до конечной остановки железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Тихорецкий проспект, дом 6.
Слушайте внимательно. До конечной остановки железнодорожная станция Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Непокорён. Кушелевка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Новороссийская улица. Железнодорожная станция Кушелевка. Конечная.